Шенген подорожает. Ровно через полгода, с 12 января, платить за визу придется 80 евро вместо 60. Такое решение принял Совет Евросоюза. При этом процесс получения Шенгена упростят. Заявление на визу можно будет подавать не за 3, а за 6 месяцев до предполагаемой поездки. Срок действия документа постепенно увеличат до 5 лет. Ценовые изменения не коснутся граждан государств, имеющих двусторонние договоренности с ЕС. Напомним, Беларусь ведет переговоры по упрощению визового режима с Евросоюзом. Текст документа уже согласован. После прохождения всех внутригосударственных процедур он будет подписан сторонами. Тогда виза для белорусов будет стоить 35 евро.